Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня с вами будем ловить новую чарку. Я уже пару штук их словил, переролил, потому что для осы искал разные чарки, разные вариации, поэтому переролил. На Тайване есть, я вам сделаю обзорчик на русском, заодно и посмотрите, сколько у нас коробок уйдет. Вот у нас 600, мы с вами начали ролить чару новую. Суперсила называется, которая повышает атаку, а также дополнительно дает ускоренный набор энергии. Ну, это, конечно, мега имбовая там чарка, я сейчас постараюсь ее вытащить. Кому ставить? Сразу же вопрос. Как вы знаете, у нас сейчас герои все тащат с дефом. То есть все дефные чары, то есть священный суд, либо этот кактус, священный обряд, или как там, или обряд жизни. Вот наша суперсила. На время боя повышает атаку героя на 24. Это у нас с вами четверка. И скорость восстановления энергии на 30. На ком я буду тестировать ее? Я буду ее тестировать на Тейпе. Почему? Сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, если поставить в нынешних условиях герою дополнительную атаку, вы знаете, что он будет благополучно сливаться. Лучше поставить там увеличенный отхил, священный суд. Лучше поставить обряд лечения. Так, давайте зайдем в чарки. Вот. Какие топовые на сегодня? Вот раз, два. Вот этих две, ну, доспех как вариант, там, на атаку, опять же, посмотрите, вот здесь просто идет атака, плюс 15 от ржалки, а тут идет на пятом уже 35, плюс восстановление энергии на 40%, на шестом уже плюс 50%, то есть, по сути, на 50% быстрее, то есть наполовину, а на семерке вообще просто жесть, 80 и 90. Я хочу поставить этот тыкве. Я буду пробовать собрать такую тыкву на английском сервере. Буду ролить, возможно, перероливать созвездие под архидемона. Ну, а сейчас мы с вами здесь потестируем именно на тыковке этот вариант. Вот наша тыковка. Давайте убираем. Вот у меня снаряга здесь стоит пиромах сейчас. Я сейчас ничего не буду делать, просто мы пойдем на локации, будем с вами засекать и смотреть, как же все-таки это происходит и кому потом определимся, кому есть смысл ставить. Такс. Ставим такой вариант, то есть у нас убраны полностью все дополнения, как видите. Поехали на подземку. Патай. Вот он. Ну и так, просто навскидку смотрим, что у нас получается по набору. Один удар, два удара, три удара. Не особо видно, я сейчас съеду за... Раз, два. И она побежала. Ну, то есть, ну, тут, конечно, играет роль еще бьют нас, там и прочее. Ну, то есть, где-то так. Плюс-минус. Раз, 3, 4. Останили нас. По-разному бывает. Странно. Давайте поставим еще железку сюда. Ради спокойствия. Такс. По сути, это, если прокачать на семерку, это плюс дополнительно, ребят. Это плюс такой огромный будет. Ну, просто жесть. Поехали. Раз, два, четыре. И вот пошло. Плюс-минус, вы видите.
То есть набор энергии у нас идет, ну, то есть эта тыква вообще практически без любого там набора. 3, 4, вот пошла, пошел разгон. А теперь ставим сюда. Так, вот исцеление. Которая на девятке, ну на десятке там еще больше, там 180. Ну это я на английском сервере уже протестирую, покажу вам. Плюс 130-130, то есть набор у нас увеличен. Что здесь пишется в скилле, внимательно читаем. Увеличивает только энергию от урона и базовых атак. То есть когда нас бьют, поехали. Тест номер 2. Надо было, наверное, еще и пиромагу убрать. Вот, видите, в два раза быстрее получается. Плюс 100% мы добавили, выкидываем. Раз, два, и уже мы заряжены. Вот вам исцеление. А вы представьте, еще сюда сейчас мы добавим воодушевление и поставим еще новую чару. То есть такой тест, вы видели разницу. Теперь меняем чарку, убираю обратно исцеление. Так, плюс 1, у нас 5 получается. Плюс 35% атаки героя и восстановление на 40%. Смотрим, что у нас получится. Два, три. Ну, где-то, видите, ну, набор идет быстрее. Явно быстрее, ну, не максимум, конечно же, но это мы бегаем. Вот посмотрите, как она заряжается. А теперь ставим сюда дополнительно еще с вами исцеление. Такой вариант. И она уже заряжена. Вот вы видите этот прикол? Что будет с тыквами, что будет с разгонами? Смотрите. Там просто по нас не попали. Сейчас попробуем так, чтобы он сразу ударил нас. Смотрите. Пуловая сразу становится практически. Ну, то есть, понятно, надо удар еще. Сама суть. Раз. Два, и герой заряженный. Теперь попробуем еще один вариант. Поставим сюда воодушевление. Это не максимум. Максимум мы сделаем на английском сервере. Так, ставим сюда... Где там наша воодушка? Новое воодушевление. Так, есть. Что мы имеем? Мы имеем 130%. Имеем отсюда плюс 45 энергии в секунду. И скорость здесь еще есть. Я не знаю, сейчас посмотрим, как у нас может воодушку поставим. Посмотрим, влияет ли будет оно на воодушевление, набор воодушевления. Но это просто жесть. Должна быть сейчас. Сейчас она должна на втором тыке быть заряжена, по идее. Ну, то же самое, видите, все-таки воодушка. Давайте, кстати, проверим, за сколько максимум она сейчас разгонится. Какой будет разгончик. Надо так, чтобы он сюда к низу подошел. Отлично. Сколько секунд у нас на это все дело уйдет? 54 где-то. Смотрю, 54 секунды. Так, подошел. Даже 55. Нифигово тогда разгон идет. Набор энергии просто бешеный. Станы еще. Ну, это так, относительно. То есть это... Предварительный у нас такой тест. Я уже на Архидемоне потестирую сполна. Ну, блин, мне очень нравится такой вариант. Сейчас я хочу еще посмотреть, когда тыковка у нас будет бежать. Допустим, здесь ее кинем. Видите, 45 получается. Все-таки оно не влияет. Этот набор не влияет на набор. Так бы она у нас была уже фуловая.
Давайте нападем на сардельку. Блин, непривычно так. Подальше выпустим. Посмотрите, раз, два. То есть на это не влияет, но влияет дальше на все наши атаки. То есть воодушка, как в принципе, как и была, так и набирает по 45, но влияет именно на удары. То есть сами удары у нас получаются, набирают еще больше энергии, еще быстрее. Давайте уберем воодушевление. Посмотрите, у нее каждый удар, по сути, получается пол энергии. То есть половина. То есть раз, два и третий — это уже заряд. То есть 50% у нас набирается с обычного удара. То есть раз, два, раз, два. Смотрите, как здесь. Тут просто жесть какая-то творится. Посмотрим, или оно даст нам возможность разогнать на максимум. Будет ли у нас увеличен разгон, ну, потому что здесь это так, это относительно все. Сейчас мы, кстати, посмотрим. Сейчас я пробегу и поставлю еще сюда воодушевление ради интереса. Интересно посмотреть с воодушкой. Так вот, теперь ставим ради теста сюда воодушевление. Ну, воодушка, как вы знаете, она дает дополнительно плюс 45. То есть тыква бежит все время заряжена. Тут вопрос больше на максималке, как она будет вот здесь, как она будет заряжаться. То есть просто жесть какая-то. Я не знаю, что по времени там получается. Это будет видно реально на архидемоне, на разгоне. Вот там можно будет сполна потестировать. Ну, как вариант, я вам скажу, даже для бездоната поставить, чтобы тыковка на берст, там, на что-то такое, это будет однозначно равносильная замена. То есть это дополнительный бонус, очень хороший. То же самое где-то получилось, 1.56. Ну, это надо смотреть, я же говорю, на тесте, на максимальном разгоне. Вот. Посмотрим. Еще плюс, здесь не десятка, здесь не максималка. Ну и, конечно же, надо ее на девятку, ну и на семерку прокачать, тогда вообще будет огонь. По поводу героев. Кому с героем можно ставить? Давайте зайдем вот сюда. Так вот. Кому бы, допустим, я советовал поставить? Варианты какие есть, если у вас никого нет? Ну, однозначно, в первую очередь, это тыковка, если у вас нету там исцеления. Дальше мы протестим, посмотрим, как на максималке действует, он действует. Героям, которых вы используете на PvP локации, атака, ну, честно говоря, немножко противопоказана, потому что они будут сливаться. Если они у вас и так сливаются быстро об отражалке, там, либо их убивают, лучше им все-таки поставить дефный вариант. По поводу героев, которые имеют иммунку. То есть варианты какие есть. Вот мне, допустим, на Фрею можно поставить. Это увеличит ее урон, она имеет ограничения. Ну, то есть, опять же, вы думаете, если вы на Фрею поставите отхил. Ну, то есть тут надо вариации разные. Ей не надо набор, но зато атака будет увеличена. Хотя, с другой стороны, у Фреи атаки и так с головой хватает. И лучше что-то поставить для отхила. Там, например, тут обряд лечения, который увеличит жизнь. То есть,
такое себе. Для начинающих на Анубиса тоже можно поставить, для подземок, для дополнительного урона. На массовых героев можно поставить, которые дамажат. Это тот же самый Ледяха, вот ему Ледяной Феникс, ему тоже неплохо будет. В принципе, это дополнительно набор, который у него медленно набирается, плюс атака. Классно будет, классно. Ну, то есть, таким вариантом ставить надо героям, которые у вас будут, во-первых, не имеют кулдауна, и на которых вы не будете использовать воодушевление. Что я имею в виду? На Дефе, на битве гильдии, такой талант ставить, я думаю, бессмысленно. Потому что если вы ставите воодушки, у вас у большинства героев есть кулдаун. И ну, наберете вы быстрее там эту энергию, она все равно бесполезна. Дефа у вас не будет, но у вас будет больше атаки. Если у вас нет ограничения на героя, он сольется на любой отражалке просто в миг. Поэтому тут надо протестить, но в первую очередь я бы советовал без доната на тыковку, у кого она не максимальная, мы еще затестим, подождите пару дней и будет, может, завтра видосик на Фрею как вариант, на Анубиса, на массовых дамагеров можно ставить, то есть этот талант хорош, но на PvP локациях он не будет особо актуален против отражалок. Поэтому не спешите его ставить, надо все-таки потестировать, посмотреть. Ну, варианты я вам сказал, какие по героям есть. Еще с таких героев, кому бы я, наверное, поставил и поставлю. Вот вариант Махатма потестировать, у нее дефа хватает. Бугимену, тоже как вариант для усиления атаки. Фрэнку можно попробовать, чтобы он там мега-мега дамажил. Опять же, деф ему тоже неплохо заходит. Малышу Нику на добивание, кстати, на героя на добивание, которое на битву гильдии используете. Малыш, Ник, Дрейк, почему нет? Ну, Ронину бессмысленно, Аса, это все землеройка. Огнику как вариант, в принципе, тоже, смотря где вы его используете. Ну, для дамага, в принципе, у кого есть дамаж. Ну, ворожай бессмысленно, Афиня. Ну, если у вас есть на героях подашки, можно пробовать ставить. Вот Афине тоже будет неплохо. В принципе, подашка плюс воодушка. Там бешеный дамаг будет, ну дефа не будет. Ну, то есть такое. Командори можно попробовать поставить на добивание, она будет неплоха. Ну, в принципе, из таких героев, я не знаю. Пишите в комментах, кого вы поставили, кому поставили, на ком, может, тестировали. Зашло вам. Всем удачи, всем пока.